каждым годом в Беларуси, да и в других европейских странах, кроссоверы побеждают все остальные классы, а бюджетные кроссоверы побеждают всех остальных. Именно поэтому в своей третьей реинкарнации Nissan Tirana стал кроссовером. Точнее, бюджетным кроссовером. После нескольких лет жизни на конвейере настало время обновления. На сегодняшнем тесте обновленный Nissan Tirana 3. Кроссовер с постоянным полным приводом и автоматической коробкой передач. Tirana имеет давнюю историю с 1986 по 2006 годы. Вышло два поколения, которые завоевали славу неприхотливых вседорожников-работяг. Вполне понятна логика ниссановцев — вернуть имя и вернуть легенду в строй. В наших широтах третье поколение стало кроссовером. Выпускается на тележке B0, что позволило сильно удешевить производство. Поэтому главный козырь нового Tirana — доступность. Что же изменили конструкторы после рестайлинга? Они решили не мудрить с внешностью. Сразу скажем, что внешность у Tirana отнюдь не бюджетная. Мощная морда с огромной фальшрадиаторной решеткой в фирменном стиле блещет хромом. Большие стоп-фонари, заходящие на крышку багажника сзади. Серебристые рейлинги на крыше делают образ авто собранным и цельным. Главное новшество Tirana в салоне и под капотом. Во-первых, агрегатированы автоматические коробки передач с полноприводной трансмиссией. Во-вторых, доработан интерьер. На наш тест мы пригласили гандболиста клуба СКА Алексея Хаткевича, который поделился своими впечатлениями. Сидишь приятно, высоко, все видно. Вот. Обзор на самом деле хороший. И шумоизоляция на уровне. То есть я не слышу работы двигателя, но пока что мы не выехали на трассу, но в принципе я не слышу того, что происходит сильно вокруг. Шумоизоляция хорошая. Спортсмен оценил не только ходовые характеристики, но и вместительность багажника и места для задних пассажиров. Задний диван довольно-таки удобный, и места сзади больше даже, чем предостаточно. Я не маленький мальчик, рост 1,90 м, и в принципе я себя здесь чувствую комфортно. Учитывая то, что спереди, мне кажется, тоже все себя будут чувствовать довольно-таки достойно. Багажное отделение полноприводной версии вмещает 408 литров груза и 1570 литров со сложенным задним сиденьем. Кстати, для бюджетного вседорожника список оснащения даже средней комплектации, которая и попала на тест автопанорамы, впечатляет. Здесь есть именно то, что нужно для наших широт. Мы специально выехали подальше от города и отправились на лесные дороги, разбитые по весне лесовозами. В сочетании с 2-литровым бензиновым двигателем, 135 лошадиных сил, 191 ньютон-метр, 4-ступенчатую автоматическую коробку передач ведет себя вполне предсказуемо, обеспечивая плавное и точное переключение передач. Комфорт в движении – это Nissan Tirana. Подвеска в меру жесткая, но мне нравится. Шумоизоляция средняя. На арках хуже, чем на двигателе. В общем, хороший автомобиль для тех, кто понимает. Как и любая женщина, Алена обратила пристальное внимание на дизайн интерьера. В салоне светло и просторно. Nissan Tirana отлично подходит для поездок на дальние расстояния. Каждый пассажир будет чувствовать себя комфортно, не стесненно. Салон обновленного Nissan Tirana удобен и комфортен. Здесь и боковая поддержка кресел, информационная панель приборов. Итоги нашего первого взгляда. Nissan Tirana – достойный, бюджетный, а значит доступный автомобиль на каждый день. Внушительный и запоминающийся дизайн. Доработанный интерьер. Большое количество вариантов комплектаций. С полным приводом и автоматической коробкой передач этот автомобиль стал еще более универсальным. Tirana – это вседорожник и для города, и для трассы, и для грунтовых дорог, и для разумного бездорожья. Людям, которые ценят практичность, этот автомобиль придется по душе.